Привет всем, вы на канале Bear и Game, мы продолжаем проходить элитного снайпера, что-то там национальное зомби или что-то такое, в общем. Элит снайпер, нахрен. Да, в общем, вот, продолжаем. У нас главный герой — это элитный снайпер, сражается против толпы зомби. И нам человечек написал, говорит, враки это все, сущие бреды враки. Говорит, я проходил игру в третьей серии, нам труба будет. Намучаемся. А какие враки? Насчёт то, что он проходил игру. Кто-то написал, что только в кооперативе написать. А он говорит, да, правильно, враки, я проходил игру. Ну, может быть, она действительно сложная. Я не могу сказать, что я в ней. Ну, когда под запись играешь, хочется пройти. А когда дома играешь, это может быть легче. Ну что, геморройщики? Подожди, а где мы? Мы пока на этом же месте, но я хочу... А, ну вот они пошли. Сохранение у нас не прошло, значит. Ну так, чуть-чуть по одному загасить их. Сейчас. О, замечательно. Бам! Замечательный бам. Мой первый удар сегодняшний. Ой, аж каска слетела. Подрещи в нее сразу же. Ой, красота. Мне так эти скелеты не понравились в прошлой части. Да, хреновые они. Запасаемся. Кто-то нам тут дядечка оставил. Патрончики. Дробовик есть. Нам написали, что как-то проходы минировали. Ну, я говорил об этом, но как их минировать, хер его знает. Да это вообще Сенегал нахрен. Уже приналило. У него не граната в руке, а бутылка. Он ее только что выпил и перевернул. Вот так вот, правильно. Его прет, прям аж глаза покраснели. Вы покраснели, пожелтели. Чувак, вылезай, Сеня, вылезай. Пойдем туда, наверное. Вон там где-то они сейчас появятся. Там что-то... Так, мне не нравится, что вот эти вот лежат. А что они лежат? Они отдыхают. Может, там головы отстрелить? Вот бы кувалды их мочить. Они могут встать, ты знаешь? Об этом? Нет, они не встанут. Могут. А зачем вставать? Они уже фиговые. А вот сделают так, чтобы... Ну тогда не встали. Помнишь, мы туда пошли, найдите какую-то... Пройдите через деревню, что-то такое. Да? В этом роде. Угу. Вот сейчас пойдем через деревню. Не, не деревню, фиг его знает, что это такое. Где мы вообще? Питтсбург, что ли, а? Ух ты, танчик. Может, в танчик залезть, подавить гадов? Здесь, по-моему, ничего не оказалось. Вот, сейчас начнется. Жо-жо. Фу, там их столько сейчас будет, и скелетов, и всех... Ну ладно, что же делать? Блин, ну... Попробуем. Все, пошло. Задача выполнена. Та- вот. Та-та-там. Поехали. Скелеты сейчас пойдут. Их вблизи с пистолетом. Ну, чем хочешь, в общем-то. Вот этим. Ой, ну он не заряжен. Ну, здесь большие расстояния. В крайнем случае можно убивать. А что они шипят-то? Тихо-тихо. Да что он так ходит, это дерьмово. Он очень плохо ходит. Где этот хер? Во. Нет, лучше вот это. Ай, ладно, хер с ним. Бежим. Беги, беги, беги. Ой. Еще хер вылез. Да, еще встают. Че не встают-то? Ай, бежим, 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 бежим. Что это такое? Блин. Снайперка. Потная снайперка. Ну давай вот это. Снайперка, вот это возьмем. ППШ, нахрен. ПЖ. Двоих сразу попало, отлично. Сам ПЖ здесь ходит. Скелетер! Чего вы так орете? Нихера себе, у него сердце есть. Ой, хорошо. Этот еще такой маленький, мелковато пьяный. Сзади никого там не будет. Ой, хорошо. Жесть, как башка лопается, как арбуз. Вот этот вообще кобзец. Перекрючил. Точно, Коннорс. Ой, двоих что ли? Ой, в почку нахрен, куда? Гамбургер раздвоили, понятно. Вот этого я боялась, что они еще и с этой стороны пойдут. Ты шкура с разбитой бутылкой. Ладно, попробуем так пробежать, и сейчас мы их будем подманивать, чтобы они в кучку собирались. Кучка. Вот это вообще жесть. Смотри, как башка
Сволочь поганая. Блин. Уходим. А? Ой, ёпта, я повставали. Это все в панике так все делает. Это эхо войны. Это мертвые немцы, которых убили русские, и вот они повставали. Есть. Гранатки у нас есть или нету? Хер его знает. Он здесь. Паскуда, смотри, что делать. Ну смотри, я. Мудак, аж выбешиваешь своей башкой. Хер моржовый, еле ходящий. Кидайся, кидайся. Блин, а где здесь кучка? Че, вы на месте, что ли, ходите, а? Не понимаю. Так пускай ходит. Вот, собирай у них что-нибудь. Успеешь. Блин, ну они уже исчезли, да? Есть, что-то взял. Вот там еще лежал. Ой, ух ты, какой беленький. Отшлифованный черепжбан. Ой, да не ж... люблю не попадать. Так если не вообще... Ой, только не кастет. Да-да-да, тоже так подумал. Вот, обыскивай, успеешь. И что он там берет? А, ППШ 45. Есть. Ты будешь поджаренный гриль. И отрубленный баш. Гадюка, какой он быстрый-то все-таки, а? Ой, так... Лопатка! Иди выкапывай друзей. Так кто-то рядом. Да, совсем рядом. Ой, что это там, шептуна, что ли, кинули? Да ёб твою, ты мудак, ты башковитый ты. Мозг. Что это вообще нафиг? У него, походу, в шее мышц нет. Ну оп. Так, снайперка не всегда. Ну, смотри, толпа какая идет. Может быть, лечь? Вылез. Попробовать лечь? Смотри, какая толпа. Да, вижу. Давай разок. Надеюсь, что вы последняя толпа. Есть. Жаль, что собрать ничего не успеваем, конечно. А цель где-то там, внутри. А может быть, нам их не надо убивать? На цель надо идти вообще? Вот она цель. Или где эта цель вообще? Нихера что. Вот, вот, сейчас посмотрим, они втроем подойдут и вот в эту в бочку долбани. Подожди их, подмани, да. Одной пули хватит. Вот, можно туда и туда. Давайте быстрее, алкаши долбаные, синегалы. Что-то уже один там прошел. Ой, замечательно, смотри. Можно что-нибудь собрать есть. Ой, да. Ах. Он сказал ах. Ах. Ой, бедняга, чем они дерьмовые выглядят? Это что, свеженький? Не свеженький, вот так вот ходит. Давай подойдем, посмотрим. А свеженький еще более-менее. Собирай что-нибудь. Добраться до безопасной комнаты. Опять комнаты? Хорошо, что у нас на всех комнатах. Взять дробовик. Ух, дробовик. А нахер? Ну и не надо. Вот они отсюда выходили. Может, здесь что-то полезное есть? Свечечка. Ой, свечечка. О, хорошо, хорошо. Запасы. Все. Наверх нельзя. Даже спрятаться некуда. Тоже, только чисто от них бегать надо все. А бегает он быстро. Где-то бег я такой видел. А, в Mass Effect похожий бег, точно. Нихера себе, каска бронированная. Домик, наверное. Вот это ваш, наша комната, пробел. Здравствуйте. Ой, как хорошо, 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 задача выполнена. Дверь. Что там дверь? Взять МП4 и МП3. Чё? Добраться до церкви. Ой-ой-ой-ой. Вот этот пистолет после скелетов хорош. Дробовик, в общем-то, неплохая вещь, мне кажется. Что это такое? Взять Гевер 43. Давай посмотрим. А, снайперка нахрен. А вот он дыхание затаивает, видишь? И стреляет без этих. А это что? Гарант. Что лучше, я не знаю. Не знаю, что такое гарант. И это тоже... Два выстрела всего лишь. Это что, дробовичок? Давайте вместо пистолета его возьмем. Ну, смотри, сам возьми. Пистолет против
Косей хорошо стрелял. Но он все равно. Он что-то другое выкинул. Mm. ППШ выкинул. Что такое ППШ? Вот этот. У меня такой видеоестый и был. Тра-та-та-тра-та-та. Mm-hmm. У всех он тогда был. Да, и у меня такой был. Ну, что там за пузырь? У тебя такого не было, да? Не было вообще, да. Такие уже кончились. Все началось. Вот это дерьмовое место. Они везде проходы захерачили. Товарищ. Ага, забираю у него что-то. А, он вообще на куски развалился. Еще один камикадзе. Так, 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 так. Назад бежишь? А ты за эту херню прячься, за эту. Вот за эту, на колонну. Давай, давай, давай! Чё ты не прыгаешь? Хер ты! Кон! Еще один несёт. Это снайпер. Банзай! Слышала? Банзай нахрен! Ну, ребят, вы такие смешные. Снайпер стреляет. Бери у него чего-нибудь. Так, у нас снайпер. Кто? Мертвец стреляет? Мне как бы сейчас не до снайпера, понимаешь ты это? Да я понимаю, я просто сам... Вот и хорошо, что ты это понимаешь. Да тебе-то не надо, я про себя вообще не понимаю, как мертвец может быть снайпером. Подожди, просто стой здесь и стреляй в него. Два снайпера. Shift. Ох ты, гнид, ты кто такой? И ржет, представляешь? Получил пулю в лоб, в глаз. Это что, живой человек получается? Нет, это зомби тоже. Как он? Но они просто свою функцию выполняют, которую выполняли до смерти. Наверное, так. Профессионалов. Нет, это мои предположения. Гниль еще одна. Гниль! Чего? Ой, там еще идут. Можно снайпера загасить, пока эти мудаки идут. Где? Ой, уже не загасить. Так, ты уже чей... Блин. Давай, 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 давай. Ну что ж ты... Проклятая твоя вонючая башка. Что ты там так идешь? Ты дерьмо ваше вымораживает. Вот ах! Козел. Он сказал ах. Сейчас тебе будет, а. Блин, добивать бы его чем-нибудь. Встал, опять встал. Снайпер меня этот выбешивает, если честно. Да вон он прыгает там, да. Смотри, как они ходят. Как же они дерьмово ходят, ужас. Знаете, пойдемте вот сюда лучше. Что-то мне тоже не нравится. Место это вообще. Блин, снайпер попал, гад. Еще в одного попадите. Пойдем вообще. Ой, нихера, с ножичком в башке. Воткнули перед смертью, да? Еще какой-то комбо. Вон он хер, вон он, вот. Ну, я понимаю. Но... Проклятое этого. Плохо для меня. Нихера себе это прыгун. Можно вообще зайти за этот поребрик, то есть не за поребрик, а туда. Красота какая, а? Как красиво летит пуля. Да. Ну ладно, мы тогда что там так, если их загасим. Как дерьмово этой снайперкой стрелять вообще. Бесполезная вещь какая-то. Смотри, смотри, что с башками. Вот надо как-то... Слушай, ты! Косой, заяц. Да он действительно дерьмово они сделали. Не очень так. Я когда помню лег, то есть можно лечь, и тогда он лучше стреляет. Ой, зацелилось другого. Вот так. Понимаешь, у меня... Можно что-то взять у них. Бери быстрее. Е-е-е. Блин, козлина, ты еще живой, что ли? Так, иди, иди, иди. Своего же выстрелил, дуралей. Припадок ты потный! Ой, это я... Боб индюк. Ну что, остались мы с тобой вдвоем? Гнид. Получил глаз. Глаз, алмаз. Ой, в рот прямо. Ты сигару покурил, прям затянулся пулей. Все нахрен. 52 метра. 52 метра выстрел в голову.
Уже язык заплетается. Длинный выстрел. Угу. Длинный. 52 метра. Так, что здесь? Жизнь! Кто это висит? Висельник какой-то? Хер его знает, кто это. Там здесь что-то? Лошади были, наверное. Угу. Давайте осмотрим все, что можно взять. Здесь можно прятаться, да? Можно выпрыгивать? Использовать укрытие. А выпрыгивать можно? Не, хер, ничего не можешь. Чё ты уже ничего не хочешь выпрыгивать? Задолбал ты уже. Что ты нас подпаливаешь? Ну тебе так сделал, ты не виноват. Чё за хер? Может голову в шку ему стрельну? Вот и церковь. Костян, а где она? Не, я думаю, он не живой. Руку сожрали, что ли? Собаки. Вот нам сюда, ну, сейчас будет окружение. Вот, кстати, какое-то кладбище, они здесь, наверное, и восстанут. О! Обыщем. Больше не обыскиваются? А можно, смотри, можно. 8 гранат. Или гарант. А вот этого? Не хватит. А, вот, обыскать можно же. Использовать укрытие. Только что вроде видела. Это использовать укрытие было. И пойдем дальше. Задача выполнена. Ну что, сколько там мы, как там, еще пойдем или ну, хватит? Ну, сохранение прошло, если тогда, наверное, все на себе. Да, тогда поиграем чуть-чуть, так что подписывайтесь на канал, ставьте в ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайки, всем друзья, пока, смотрите. Пока.